Вообще видео о том, что дважды в мою квартиру проникали, дважды похищали вещи и трижды пытались взломать дверь. Как мне сказал сотрудник отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом одиноченко Павел, вещи ты больше свои никогда не увидишь. Однако вернуть их удалось в ужасном состоянии, и далее речь пойдет именно об этом. Но всю предысторию и в частности о последнем хищении вещей можете найти ВКонтакте, Сургутнадзор. И вот этот пост прикреплен. Здесь все подробно расписано. Как мы подавали в суд на Ерохова с требованием вернуть вещи после первого похищения. И как мне взломали за это дверь спустя 7 часов. Видео об этом есть. Напоминаю, что я создал новый канал Сургутнадзор 2. Основной канал Сургутнадзор, Вольный Сургут, теперь используется редко, и новые видео в основном будут загружаться на новый канал Сургутнадзор 2. Перейти на него можно по ссылке вот здесь, либо в поисковике ввести фразу Сургутнадзор 2. Сразу вы найдете. Так он выглядит, и все новые видео находятся здесь. Просьба ко всем подписаться на канал. Это поможет развитию канала. Заходите на страницу Сургутнадзор ВКонтакте, потому что на видео не всегда все показываю. Очень много информации именно текстовой, статьи интересные, события. Обзоры. Ссылки на интересные документы и так далее. Итак, какие выводы можно сделать? Подробно рассмотрев все вещи, которые мне вернули, мы пришли к следующим выводам. Компьютеры, ноутбуки, телефоны, смартфоны, фотоаппарат, диктофон, сим-карты и интернет-аккаунты активно использовались 25 сентября 2018 года по 10 сентября 2019 года. Всего 350 дней. В это время вся техника находилась в полиции и активно использовалась для общения и провоцирования пользователей сети интернет через мои аккаунты. Об этом есть отдельное видео, называется «Ерохова в суд». Там я показываю всю переписку ихнюю. И что они использовали технику в служебных целях. Так, для связи через левые симки, мотив, МТС и другие. То есть они использовали, вставляли свои симки и использовали это все для оплаты и перевода средств. Вот это интересно вообще. Куда, кому, зачем? Это все материалы для уголовных дел. Так, для создания электронных кошельков на Киви в частности. Так, для использования техники за рубежом подключали тариф за Бугурище. Так, для общения в скрытом режиме заклеены все видеокамеры на телефонах и компьютерах. То есть они пытались скрыть свои лица при общении по телефонам и компьютерам. Так, все жесткие диски отформатированы и удалены все программы. Ну, это вредительство натуральное. Вся техника выведена из строя, все аккумуляторы разряжены в ноль, то есть невозможно их зарядить. Некоторые не заряжаются, вышли из строя из-за полной разрядки. Внешние физические повреждения, царапины, трещины, грязь и потертости. Так, внутренние физические повреждения, ошибки дисков, внутри что-то болтается. Один из ноутбуков звучит как погремушка. Так, отсутствуют аккумуляторы, отсутствуют SD-карты, отсутствуют зарядные устройства, поменяли графические пароли на телефонах. Так, все сим-карты, 19 штук, пришли в негодность, потому как не использовались более 3 месяцев. Документы, в частности военный билет, использовались как поставки под чай или кофе, возможно под алкоголь, не исключено. Так, часть вещей, документы и дискеты были упакованы в полиэтиленовые пакеты с вложенной бумажкой, на которой отсутствовали какие-либо данные
дата, время, место, серийные номера и описание росписи понятых и так далее. То есть, что упаковали, никто не засвидетельствовал. И никто даже не писал, что там конкретно было упаковано. Так, через 4 дня после захвата квартиры, когда они взломали дверь 13 марта 2019 года, через 4 дня, 17 марта, были отформатированы все диски и удалена вся информация с техники. Очень спешно они это делали, пытались замести следы, дефрагментацию проводили. Ну, бесполезно, все удалось восстановить. Все следы остались. Все дальше будет в видео. Итоги. Пострадавшие. Минимум 8 человек. Это все предварительные данные, еще будем все это уточнять. Так, 350 дней незаконного владения имуществом. Статья 301 ГК РФ. 350 дней незаконного использования техники. И 350 дней упущенной выгоды. Статья 15 пункт 2 Гражданский кодекс РФ. Ну а далее, ну, так, чисто на вскидку статьи, которые они нарушили. Какие правонарушения они совершили и преступления. Я думаю, список будет длинный, и будет третья часть уже с конкретными действиями по данным правонарушениям и преступлениям. Ну а дальше техническое видео, можно включить двойную скорость и посмотреть ускоренно. Двойная скорость включается в настройках, включить двойную скорость. Так, телефон Philips. Вот от него коробочка дома была, серийник. Вот серийник, пожалуйста, все на месте. Вот он телефон, видим, как видим, тут какая-то смс-ка и вызов. Но мои коды не подходят, время неправильно стоит, SD-карта отсутствует внутри. Вот он телефон. SD-карта отсутствует, симок нету. Так, самое главное, болтик откручен. Ну, видно, болтик торчит. То есть техника не раз разбиралась. Зачем? Непонятно. Из-за этого корпус не закрывается. Ни тут, ни тут. Здесь вот трещина видна. Это тот телефон, который у меня был с собой. Его сразу изъяли. В протоколе его нет. Так, здесь мы видим военный билет, сберкнижка, загранпаспорт. Паспорт Советского Союза. Обратите внимание, паспорт Советского Союза выдан в 96 году. Еще один загранпаспорт. Профсоюзный билет Сургутнефтегаза. Вот. Обратите внимание, как относились сотрудники полиции отдела Т именно. То есть они использовали военный билет как подставку под кофе. Видим, да? Кто не видит, вот кругляшок от кофе или от чая, не знаю, что они тут пили. Так. Сим-карты. Ну, естественно, все не действуют. Тут есть даже не мои карты, не знаю чьи. Вот такой телефон Samsung Galaxy Grand. Чей, не знаю. Так, телефон Sony Xperia. Если вы помните, вот эту трещину сделал Русин, но она была вот только вот до сюда. У нас шоу здесь или что? У нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры. Сюда пройдите вместе с вашим телефоном. Вы ко мне рукоприкладство применяете? Если я применю к вам рукоприкладство, то будет вам очень плохо со здоровьем. Это угроза? Это не угроза. А что это? Вы спросили, я ответил. Я пришел подать заявление. Присядьте. Что значит присядьте? Присядьте, сейчас вам дадут заявление. Вам надо, вы присядьте.
Камеру, пожалуйста, уберите. Я вас предупреждаю основание, последний раз. Основания такие, что я запрещаю съемку. Вот она трещина. До свидания. Чего непонятно? Чего это тут обращается? Вы все телефоны будете отбирать? Да. Вы понимаете, что вы преступление совершили? Нет. Никакого преступления тут нет. Нету? Нет. Сейчас эта трещина не видно, но вот до сюда. Вот она. Вот здесь заканчивается. И плюс еще. Вот здесь трещина появилась в верхнем углу. Она идет вот так вот. И вот здесь еще. И вот здесь царапина. И вообще он весь поцарапан. Что был без защитного экрана. Ну, вот она, трещина видно. Так, SD-карта на 128 гигов присутствует. Сим-карт нету. Телефон вроде как рабочий, но код тоже поменяли. Графический код поменяли. Невозможно его разблокировать. Так, в этом телефоне сим-карта мотив. SD-карта отсутствует. Так он сзади выглядит. Планшет весь заляпан, весь в грязи. Рабочий. Ни серийника, ни имея нет. Так, SD-карта и сим-карта отсутствуют. Так, вот от него чехол дома лежит. Родной. Вот так он монтируется. Подходит. Камера вроде живая, не заклеена. Вот от него коробочка. Вот его данные. Умный комплект. Все тут есть. Вот такой телефон. Вложили визитку Евгения Михайлова. Возможно, это его телефон. У него, по-моему, был другой. Телефон рабочий, заблокирован. Так. Сим-карта Теле2, неучтенная. Ага. Причем, смотрите, чехол вот этот родной от него. Но почему-то вот этот чехол наклеен, а этот сверху, хотя он должен быть наоборот, с той стороны. Вот там 9 банковских карт на мое имя. Вот этот ноутбук Татьяны у меня лежал, был изъят 13 марта. Так, нашел зарядку на Hewlett Packard ноутбук. Батарея севшая, зарядка не выполняется. Ошибки жесткого диска, скорее всего, бросали его. Надо проверять. Windows стоит голая, чистая. Неактивированная. Ничего нет. Диск почти пустой. С дисками вообще вот какую-то ошибку выдает. Диск C вообще отсутствует. Точнее, он есть, но он пустой почему-то. Вообще первый раз такое вижу. Видать, файловая система полетела. Часть клавиш не работает. Enter не работает. Вверх-вниз. Курсоры влево-вправо работают, вверх-вниз не работает. Так, удалось завести компьютер Татьяны со второго диска. Первый диск с операционной системой отформатирован. Присутствуют ошибки диска.
На диске С почти ничего нет. Смотрим события. Так, 10 сентября я его включил в полиции. А последний раз компьютер использовали 20 марта в 10 утра. До этого последний раз компьютер включался 15 февраля. То же самое. Двадцатого марта последний раз. То есть они его включили буквально 53 минуты. Буквально 2 минуты включили, отформатировали диск и выключили. Вот видно, что отключалось питание. Скорее всего, специально зажимали кнопку и выключали компьютер. Из-за этого и диск полетел. Это видно, и в RStudio не может прочитать. Нотлог ошибок чтения диска. То есть диск поврежден. Вот это все на диске C было, и все это удалено. Тоже видим, 20 марта компьютер использовался. Это не даже что-то удалили. Ярлыки, скорее всего, ярлыки на рабочем столе все удалили. Обратите внимание, заклеена видеокамера. Где-то еще есть, вот еще. То есть сотрудники отдела Т активно пользовались данными устройствами. Где-то еще видел заклеенное, но он при мне. Аксенов отцарапал. По-моему, вот здесь вот он отцарапал. Фотоаппарат Canon весь поцарапан. Батарейка на месте, SD-карта на месте. SD-карта на 32 гига. Ошибка карты памяти. Карта памяти блокирована. Все батареи разряжены. Вот этот системный блок тоже 13 марта изъят. Вот такой телефон. SD-карта отсутствует. Vertex. Батарея разряжена. Телефон отца. Недавно его отремонтировал. Перед изъятием год назад был рабочий. Симки отсутствуют, SD-карта отсутствует. Еще один телефон отца. То есть, напомню, отца оставили вообще без связи. SD-карта отсутствует, симки отсутствуют. Батарея разряжена.
Вот такой телефон. Недавно его купил. Ну, то есть год назад, до задержания год назад. Симка отсутствует, батареи нет. Вот такой телефон Siemens старый, но он был рабочий. Крепление отсутствует. Сим-карты нет. Батарея разряжена. Такой телефон, не знаю, где они его взяли. И да, совсем очень старый. Но был изъят все равно. Батареи на месте. Сим-карты нет. Даже не знаю, что за модель такая. А, вот Nokia. Вот такой телефон. Весь потертый, убитый. Это мой телефон Sony Ericsson старый. Сим-карты нет. Телефон, батарея разряжена. Вот такой телефон. Не знаю, где они его взяли. Такой не видел вообще. Так, Sony Ericsson тоже. Батарейки нет. Сим-карта отсутствует. Водительское удостоверение, страховое свидетельство. Так, это диктофон Olympus. На вид вроде как повреждений нет. На диске присутствуют 3 файла. Не уверен, что все. У меня тут много записей было. Жесткий диск. Пломба сорвана. Наклейка отодрана. Неизвестно, что за диск. Так, вот это жесткий диск. Корпус поврежден. Видать, скрывали. Так, где? Вот. Вот видно тут трещины. Либо бросали, либо кидали. Весь исцарапан, весь пыли. Так, ну видим, да, трехдюймовые диски. Такая упаковочка. Отпечатки наверняка сохранились того, кто упаковывал. Одну возьму. Такая дискета. Зачем они им понадобились, даже не знаю. Я даже не помню, когда последний раз ими пользовался. Внешний CD-ROM. Без кабелей. Внутри диск 7X64. Книга Праведы. Тот самый шлем, в котором они утверждают, что я ходил по камере. Разве можно такую штуку пронести в камеру? Это у нас ноутбук Acer. Жесткий диск внутри. Память на месте. Батарейка отсутствует. Неизвестно, включается он или нет. Ноутбук Asus. Включается. Память на месте, жесткий диск на месте. Ноутбук Lenovo. Жесткого диска нет. Отсутствует. Памяти нет. Ну и, соответственно, он не включится. Блока питания нет. Ноутбук Toshiba. Жесткого диска нет, памяти нет, блока питания нет. Так, это Hewlett Packard ноутбук. Блока питания нет, проверить невозможно. Это у нас Asus ноутбук. Память есть, жесткий диск неизвестно на месте или нет, надо разбирать, смотреть. Блок питания отсутствует. В общем, раз, два, три, четыре, пять. Пять блоков питания отсутствует. Так, как видим, диск C информация почти отсутствует. На втором диске, на котором есть два логических диска D и E, полностью отформатированы. Так это выглядит физически. Это системный диск. На нем система осталась, но все программы, все файлы удалены.
диск 1 разбит на два логических, D и E диски, они отформатированы полностью. Смотрим, когда была установлена операционная система. октября 2017 года. Так, драйвера у них какие-то слетели. Видать, что-то переустанавливали. На диске C полностью отсутствует информация. Так, смотрим. Последняя дата использования 17 марта 2019 года. В 11 часов 48 минут. То же самое с этой папкой. Program Files. Везде 17 марта, последняя дата. Здесь тоже 17 марта. Игры все повдаляли. Программы вот эти все, которые не отображаются. Иконка слева, они удалены. Opera, WinShark, Pickwick. Даже кодеки удалили. JetBrains тоже. Программа для разработки на PHP. FileZilla удалена. Fastlon Capture. Это тоже все удалено. Офис почему-то оставили. Notepad удалили. SQL Yoke тоже удалили. Winamp удалили. WinRAR удалили. Даже мир танков удалили. Здесь почему-то все игры поудаляли. Ну, видать, им запрещено играть. Заходим в Program Files. Здесь все пусто. Почти нет программ. А это то, что было удалено с диска. То, что было до форматирования. То, что помечено красным крестиком, это то, что было удалено вручную. Это удалили вручную. Все эти программы стояли. Папку temp тоже очистили. В этой папке стоял локальный веб-сервер с разработками. Вот эта программа, которую я писал. Тоже все поудаляли. Обратите внимание на дату лога. Март, февраль. То есть это время, когда техника находилась в полиции и ее активно использовали. То, что крестиком помечено, тоже вручную все удалили. Вот это ярлыки, которые находились на рабочем столе. Обратите внимание, этот текстовый документ который был удален с моего компьютера, вот он здесь есть. То, что он здесь был, подтверждается видео, которое мы записали с Михаилом из Кисловодска. Видим файл, называется «Деталька с абонентского номера Булгака». То есть PDF-файл 28 сентября был создан, то есть через 3 дня после моего задержания. То есть они получили доступ к детализации моего абонентского номера. Видим, что файл стенограмма 3 единицы. То есть они мой компьютер вот буквально в служебных целях использовали. В загрузках все удалено. Так, была папка Google Диска, это все мои проекты, мои труды все. Это тоже все удалено. Видим, что они открывали эти файлы все, вон по дате видно. Это все тоже удалено. Так, самое интересное. Время последнего доступа. Задержание было 25 сентября. Видим, что 25 сентября по датам. Сейчас по времени отсортируем.
Так, 25 сентября в 11:29 последний раз я использовал свой компьютер. В 17:24 он уже находился в отделе Т. То есть они его прямо подключили, системный блок к монитору к своему, и уже использовали по полной программе от моего имени все мои аккаунты и переписывали. Последний раз использовался. И вот они каждый день 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября 2018 года использовали. И следы остались. Видно, что они запускали. Какие архивы смотрели. Ну, видно, что в сентябре какие дни, в какие дни они использовали технику. Ну, видно, что не каждый день, но почти каждый день. В ноябре почти каждый день. Вот видно, что они на праздники уходили. В феврале, в марте. До 17 марта. 13 марта они взломали дверь в мою квартиру, а 17 марта решили все свои следы замести. Ну и 10 сентября я включил компьютер у них там в отделе. Примерно в 16:45. Так, другой диск. То же самое, все поудаляли вручную. И сверху еще отформатировали. Это вот мои разработки. То же самое красным крестиком помечено то, что они вручную удалили. На другом диске тоже вот мои разработки программы на PHP. Тоже все поудаляли. Папка Work, куда я сохранял все свои проекты. В том числе Telegram-бот, обработка CSV-файлов на PHP-языке, парсеры различные. Работа с программой AMA-CRM, с криптовалютами, с YouTube, с DoubleGIS. Так, смотрим программы. Видно, что программы удаляли не через удаление, не средствами Windows. Так, North Internet Security они поставили 11 января 2019 года. А эти программы все, они удалили вручную, поэтому они тут и остались. Они их не удаляли правильно через установщик. Они их вручную удалили. Поэтому следы здесь остались, установленных программ. Даже видно, что осталась программа Apple Software Update, которая использовалась для работы с техникой Apple. Я никогда не пользовался. А вот у сотрудников отдела Т были телефоны фирмы Apple, так называемые айфоны. Смотрим Internet Security. Это антивирус. Срок истек. Последнее обновление системы 7 ноября 2018 года. Вот еще один рабочий стол другой операционной системы на другом диске. Тоже видим множество ярлыков. На данный момент их всех нету. История использования на другом диске. То же самое. 11 октября, 21, 29, в ноябре. Но этот диск редко использовался, потому что на нем хранилась незначительная информация. Он использовался как хранилище. Но тут следы тоже остались использования техники в эти дни. Также они в январе использовали и в марте. 17 марта бурная деятельность по удалению всех данных. Другой диск. Диск D. То же самое видим. В октябре.
Акробат использовали для чего-то. И премьер 10 октября 2018 года в 11:37. Именно в это время был записан видеоролик, который на телефон сотрудника отдела Т, после чего я этот телефон подсоединил, вырезал фразу, которую они требовали вырезать. И со своего же компьютера, который у них работал в кабинете, запустил программу Adobe Premiere и сам разместил через свои аккаунты этот видеоролик на YouTube и ВКонтакте. Это все, что я делал на своей технике, пока она была у сотрудников полиции. Смотрим журнал событий. 10 сентября в этом году это я использовал в 16:45, включил компьютер у них там в отделе Т. А до этого последний раз он включался 17 марта 2019 года. Скорее всего, тоже кнопкой выключали, потому что критические ошибки присутствуют. Видим, что пытались удалить программу Apple Software Update. И вот видим, что удаление завершено с ошибкой. Какие-то программы ставили. Acronis Director пытались удалить. Ошибка удаления. Это все 17 марта происходит. Safari устанавливали. Меняли настройки операционной системы. Пути программу удалили. Skype удалили. Ну и да, много общались в Skype. Решили это. Microsoft.net тоже удалили. Farm Manager 2 тоже удалили. Это программный продукт для работы с планшетом Huawei. Я предполагаю, что они просто не смогли, спешили и вручную не смогли отформатировать диск C, потому что операционная система на нем стоит. И решили все вручную удалить. Farm Manager. Удаление не удалось. Сервисы Google тоже удалили. Adobe Acrobat DC тоже удалили. Photoshop, Lightroom. Adobe Scout. PDF Settings CS6 удалена. Acronis Disk Director. FineReader 11. Double GIS. Они даже дефрагментацию сделали, пытаясь замести следы в час ночи. Кто-то всю ночь работал до 5 утра, 4:29. Еще одна дефрагментация. Создание точек восстановления. А вот история Chrome. Начиная с 25 сентября. Заходили на мой Google диск, использовали YouTube Studio. Открывали переписку из почты. Ответы мои читали. Так, 28 сентября, 8 октября, 15 октября, 17 октября, 21 октября, 25 октября и 29 октября. А дальше они в другой браузер перешли.